А в следующем ролике я покажу, как в проекте «Робот да Винчи», где мой робот торгует на рынке Форекс и заработал для меня уже 62% меньше, чем за 4 месяца. Сегодня я буду выводить свой доход с двух проектов. Это Praetorian Group International, где за месяц я заработал уже больше 30%, а также из проекта Antares. И на моем канале вы сможете увидеть самый полный обзор этого проекта. Статистику по всем моим проектам, где я принимаю участие и зарабатываю на данный момент, вы сможете увидеть в группе «Заработаем вместе», в Telegram, а также в группах ВКонтакте и Фейсбуке. Здесь вы сможете на них подписаться. И давайте приступим к выводу. Вывожу средства с проекта Praetorian Group International. Нажимаем My Earning в левом углу. Далее Withdraw. Видим, что на данный момент доступны для вывода $159. И нажимаем на кнопку Withdraw. И нажимаем кнопку Submit, чтобы подтвердить транзакцию. Еще раз нажимаем Submit. И теперь на электронной почте нам нужно подтвердить наш вывод. Переходим на электронную почту и видим, что для вывода $159 нам нужно пройти вот по этой ссылке. Поэтому нажимаем на эту ссылку. И проверяем статус, пока это процессинг, и в течение 72 часов, но из опыта это происходит гораздо раньше, деньги будут уже на моем счету. Теперь выведу свой доход с проекта Antares. И для этого просто нажимаю вот сюда «Бонусный счет. Вывести средства». Нажимаю на кнопку «Interchange». Теперь нам нужно указать валюту для вывода. Я поставлю эфир. Сумму вывода поставлю 70. И здесь нужно прописать кошелек эфира. Я буду выводить на свой кошелек MetaMask. Далее соглашаемся с условиями. И просто нажимаем на кнопку «Отправить на вывод». И подтверждаем «Отправить». И видим, что вы успешно заказали вывод средств. Обработка занимает 48 часов, но, как правило, деньги доходят в течение часа. В этом коротком видео я показал, как можно быстро вывести свой доход с двух проектов. Если кому-то был мой материал полезен, поставьте лайк, подпишитесь на канал и рад буду познакомиться с вами в группе «Заработаем вместе». Если остались какие-то вопросы, задайте их в комментарии. А в следующем ролике я покажу, как в проекте «Робот да Винчи», где мой робот торгует на рынке Форекс и заработал для меня уже 62% меньше, чем за 4 месяца. И на моем канале немало роликов по этому роботу. И в следующем ролике я перейду на более новую версию и подробно покажу, как это сделать. Ну и всем здоровья и пока-пока.